Добрый день, дорогие друзья! Как обещали, небольшим запозданием снимаем видеообзор, то, что у нас осталось на сегодняшний день. Мы только что полили растения, не поливали мы их 4 дня, то есть мы не заливаем, не высушиваем, а поливаем по мере необходимости, дабы исключить заливы и, соответственно, засуху. Прошло достаточно большое количество, прошло, получается, сколько у нас, 11 дней с момента приезда, и, соответственно, растения начинают адаптацию. Как я уже сказала, наша первая поставка получилась такая в стрессовом состоянии, потому что растения пришли в глубоком стрессе. В глубоком почему? Потому что с плесенью, и неважно, они себя так чувствовали. Мы их, в принципе, опрыскали адаптогенами, опрыскали от вредителей. Вот стоят замечательно, кто-то кому-то вообще хорошо, дают побеги молодые. То есть чувствуют они себя достаточно комфортно. Некоторые покидали лист. Сейчас я покажу вам на примере, Допустим, вот клементин, он покидал лист. И покидал лист овали калабреза. То есть ему вот что-то, этим двум экземплярам, даже трем, по-моему, что-то не понравилось. То есть они достаточно себя некомфортно чувствуют. Соответственно, при пересылке они тоже могут кидать лист. То есть мы хотим вас предупредить, дорогие друзья, покупая растения, неважно, где вы их покупаете, вы должны понимать, что не всегда ожидаемое становится реальностью. И это связано не с тем, что кто-то в чем-то виноват, а с тем, что это живое растение. И оно может себя вести абсолютно по-разному. Предугадать поведение растения невозможно, точно так же, как животного поведения и человека в том числе. У нас едет поставка из питомника Оскар Тинтери. Мы вывесили свободные в продаже растения до 23 числа. Цены минимальные, потом мы их вынуждены будем поднять. Поднимем мы их, наверное, числа 24, но мы все это напишем, расскажем и покажем. Естественно, запишем поставку, как выглядят новинки, как выглядят вообще все растения. Вы можете их увидеть и посмотреть. Что касается привоза, который мы тоже заказывали, ожидали из питомника Lemon Garden и питомника Torre Vivai, поставщики перенесли дату загрузки, поэтому растения приедут к нам 30 мая. Немножечко сместился график по независимым от нас причинам, но тем не менее все, что мы заказывали, приедет где-то числа 26-го, скорее всего, мы выставим, у нас будет инвойс, и мы выставим, уже будем знать, что конкретно к нам едет. Далее у нас есть возможность купить растения из испанского питомника. Мы тоже выставим обязательно, что можно заказать, и ссылку на видеокаталог, то есть какие растения в действительности приезжают, как они выглядят, это мы обязательно сделаем в следующем ролике. То есть вы это можете увидеть и посмотреть, подумать, нужно вам это или нет. Растения мы отправляем почтой и транспортными компаниями. К сожалению, эта неделя показала, что СДЭК везет долго. Поэтому, если вы хотите, чтобы отправка была именно этой компании, то возможны задержки. В принципе, возможны задержки и любой другой компании. Повлиять на эту ситуацию мы не можем никак. К сожалению, абсолютно никак. Поэтому, а чем отправлять, тут надо думать. До этого СДЭК быстро достаточно везли. Сейчас, ну, к сожалению, не очень. Все вопросы мы решаем по мере необходимости. Плюс ко всему, прошу прощения за то, что мы не можем сразу быстро вам ответить. Не всегда, к сожалению. То есть вот эти 2 дня, которые мы были онлайн, могли отвечать, ну, может, не практически сразу, но достаточно быстро, в течение дня.
Мы решали вопрос. Дело в том, что мы переезжаем в ближайшее время, то есть уже начиная с июня мы будем находиться рядышком, но на другом складе, к сожалению. Поэтому нам нужно решать такие глобальные вопросы, и в связи с этим приостановили мы видеообзоры, приостановили мы продажи, потому что нам была вот крайняя необходимость решить наши внутренние вопросы. Плюс ко всему искали коробки для посылок. Поэтому кому не ответили, ответим обязательно. Просто подождите немножечко. Плюс ко всему, как я уже сказала, у нас открыты две вакансии. Мы ищем сотрудников для того, чтобы ускорить качество нашей работы, чтобы вам не приходилось долго ждать и нервничать. Что если по каким-либо обстоятельствам вы передумали, всегда можно решить вопрос. Либо заменой на другое растение, опять же, это все на ваше усмотрение, либо заменой на другое растение, вам это не понравилось, либо вы хотите подождать следующую поставку и приобрести растение другое, либо это будет возврат. То есть это все возможно абсолютно, и это правда. Далее, если у вас возникают какие-то вопросы по уходу, либо по адаптации, либо по реанимации и так далее, в наших группах очень много повертится трусоводов, которые действительно профессионалы и специалисты, и всегда вам помогут и дадут советы, даже если мы не выходим в онлайн. Поэтому мы вас приглашаем, спрашивайте, пишите, задавайте вопросы, никто не запрещает. Вам всегда обязательно кто-нибудь ответит и посоветует, действительно даст хорошие советы. Решать вам, хотите вы ими воспользоваться или нет. Если возникают какие-то еще вопросы, пишите, спрашивайте, задавайте. Можно нам звонить. Мы, еще раз повторяю, обязательно всегда ответим, может быть, не сразу. Но мы стараемся ускорить темп нашей работы и, соответственно, качество. А теперь, извините за такое лирическое отступление, но просто иногда, видимо, необходимо проговаривать, чтобы вы услышали. Еще раз повторяю о том, что из питомников растения приезжают с вредителями. И при получении мы всегда обрабатываем, но этого мало. Поэтому, пожалуйста, когда вы получаете растения, обрабатывайте их у себя, ставьте на карантин. И, естественно, пользуйтесь адаптогенами, потому что растения переносят колоссальный стресс. Это живые организмы. Итак, начнем. Микроцитрусы по 2600. Да, и еще хотела я попросить вас еще об одном моменте. Пожалуйста, если вы передумали по каким, неважно, по любым причинам, и понимаете, что вы не готовы сейчас брать растения, напишите, пожалуйста, об этом нет ничего, мы на вас ни в коем случае не обидимся, и никак это не повлияет на наше с вами общение, но, во всяком случае, просто люди, которые ждут и хотят приобрести эти растения, они могут их получить. Вот как, собственно говоря, произошло. То есть мы отложили два микроцитруса, а в итоге, по итогу оказалось, что они оказались невостребованными. При этом очень многие их хотели приобрести. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, чтобы мы понимали. И не мучили вас расспросами, будете вы брать или нет, потому как люди хотят. Микроцитрус с красным. Красная мякотью, то есть вот такой вот микроцитрус роса, два экземпляра, они дают, кстати, вот дают тут уже молодые побеги по 2600. Далее два классных лайма верде 2600 с завязями и два ранкурчика сладких таких, два ранкурчика тоже все усыпаны завязями, тоже по 2600, это 18 горшок. Далее клементин, который танжела, тоже весь в плодиками. Вот, можно посмотреть. Танжела мапа 3600 в 20 горшке. Далее обычный грейп белый в 20 горшке 3600. Очень хорошие экземплярчики. 3600 мапа, 3600 грейп. Тоже грейпфрут. Такие вот красавчики. Далее пурша. 3600 с плодиками. Кстати сказать, пурша очень великолепное растение, очень отзывчивое, очень
бурно, пушисто растет, всегда цветет, очень ароматно, но склонно к листопадности. 3600 Пурша. Далее лайм, лайм верде 3600 в 20-м горшке с плодиками, завязи, вот такие вот красавчики. 3600. Еще раз вам покажу. Такая вот красота. Далее лимон Загара Бьянка, очень классный такой вот он. Действительно очень такой компактный, очень красивый, весь в завязях, очень стройный. Загара Бьянка 3600. И вот Сиракузана тоже 3600. Тоже он с завязями, тоже такой очень компактненький, 3600. Далее кумкваты по 3600 с плодами. Между прочим, на удивление, чувствуют себя достаточно прекрасно, хотя они любят повредничать. Вот даже вот тут уже у нас дали молодые листики. И вот еще. Хотя вот еще раз повторяю, что он достаточно капризный. Далее азимина 3 лоба 3000. Гранаты 2000 Галюша. Фисташковый перец 3000. Мыльное дерево по 3000. Так, по оценке я пробегусь немножечко отдельно. Далее буквально несколько цитрусов из питомника Тинтери из остатков по 3500. Лаймкват, ташиба, мандарин. Каламандины по 3000, все в плодах. Это каламандинчики наши. Остался один овали Сорента лимон. 2600. Далее микроцитрусы очень классные. Один вот даже дал прирост уже у нас, видите, и с плодиком. А плоды у этого микроцитруса будут салатовые. Это, скорее всего, фаустрана. Такие вот плоды будут. Такие три красавчика. Вот 3620 горшок. Кумкват в 20-м горшке 3600. Тоже, кстати, смотрите, с молодым приростом. Причем все с молодым приростом, такие вот замечательные, по 3600. Вот они по 3600, такие вот классненькие. Один остался чинота. Чинота 3000. Плодики у него. Такой красавец. Каламандин, кстати, там, смотрите, очень много приростов там молодых. Сейчас цвести будет. Так, лимон Демра 3500, это Тинтери. Макрофила 3500, Тинтери, это из остатков. Далее, мейера высокий двухметровый, вот он страсанул и покидал лист. Мало того, что мейера очень сам по себе любит кидаться, швыряться листом, ну вот он еще у нас вот страсанул, такой лысик, хотя уже назревают почки. Такой вот товарищ. В принципе, его можно за 3300. То есть можем на него сделать скидку. Он шикарный. Далее, Лунарио. Лунарио такой компактный. Не знаю, видно, не видно. Такой вот он компактненький. 3600 с плодиками, с завязями. Достаточно очень классный. А мандарин Оншио. Это именно Оншио. Такой вот. Немножечко они кривоватенькие, но очень классненькие. 3600. То есть, опять же, повторяюсь, вы должны учитывать, что уже период адаптации у них проходит, либо прошел. Соответственно, все, что могли, они покидали. Где-то вот, если видите, там полулысенькие стоят. То есть, они покидали частично. Частично пожелтел лист, но вот тем не менее. Лимета Дольче Романа. Это сладкий. Сладкая Пурша, она вот смотрите, тоже вся в завязях. Вот. Все, что можно, я говорю, что покидали, видите, ничего не сыпет. Клементин 3600, сорт Клементино. Опять же, повторяюсь, вот наша Оншио, мандарин Оншио, это очень сладкий крупный мандарин. 3600, очень классные. Далее, вот полулысенький стоит, вот он так покидал лист, но тем не менее. Сейчас покажу, наверху очень много завязей. Это Валенсия и второй такой же, видите, экземпляр.
То есть от стресса они немного кидают лист. Но тем не менее, вот завязи присутствуют. И сейчас еще вот на этом покажу. Он весь, вот он весь в завязях. Это у нас Валенсия. Валенсия, потом апельсин Вашингтон 3600, тоже такой он пышненький, в хорошем состоянии. То есть вот вы можете увидеть, они хорошо себя чувствуют. Далее навелина, частично желтым листом. Вот видите, то есть, конечно, потом лист отпадет, вот который желтый. Но тем не менее, вот он очень аккуратный, такой компактный. Это у нас навелина, тоже 3600 апельсин. Далее апельсин. Еще один лунарио, тоже очень компактный, очень красивый. Прям такой аккуратненький, красавчик весь. 3600. Рука Будды. Вот он. С такими пурпурными цветами. Вот он. Тоже 3600. Так, Калабреза. Такой вот тоже. Такой вот он. Такой. Калабреза 3600. Это апельсины, которые у нас высокие. По 3600. Вот вы можете посмотреть, что адаптация идет. Да, они периодически кидают лист. Но сказать, что вот они при этом умирают, нет, мы за ними ухаживаем. Кто бы что бы ни говорил. Далее лимон варикатный. Джала, который, спасибо девушке, которая подсказала, да, я забыла совершенно, как правильно произносится. Это лимон джала, то есть у него желтая варикатность. Я его раньше называла гиала, простите. Так, лимон лунарио, очень дал много молодых побегов, тоже с завязями. Такие вот, вот у нас уже они подрастают при этом. И дают, вот он, вот видите, какой же прям молодой побег вырос уже у нас, буквально за несколько дней. Поэтому, видите, значит, они себя чувствуют достаточно комфортно у нас. Это лимоны по 3600, такие вот классные лимоны. У них будет сначала такие полосатенькие плодики, варигатная желтая, полосатенькие плодики, а потом обычные такие круглые желтые лимоны, обычные вкусные лимоны. Пурпурное цветение, пурпурный молодой прирост. Аромат безумный, очень вкусный, очень классный. Далее лимон липа, шикарный. Это лимон липа или империал, очень крупноплодный лимон, тоже 3600. Три лимона юзу. Лимон юзу очень классно как использовать, как на подвой, плюс ко всему, как самостоятельное растение. Вот такие вот с колючками. И лимон дракон, вернее не лимон, а цитрус трифлята летящего дракона 3600. Он листопадный, на зиму он может скидывать лист. Его используют тоже как подвой. Мальпигия у нас буквально неделю цвела, цветочки на ней были. Она считается, это мальпигия багряная, она считается несъедобная. 3000. Чуть-чуть осталось вот. На солнышке немножечко выгорел лист. Это у нас кариса по 1000 рублей, кому интересно. Далее осталась черная сапота с молодыми вот приростами. Она 4500. Джабатикаба одна осталась. Вот такая вот красотка. 5200. Мирт 1000 рублей. Бананы. Банан Кавендиш. 600 рублей. Мирт обычный. Забыла его. 1800. Вот еще бананчики. Вот такая, собственно, красота. По поводу оценки, как мы обещали, мы сделаем отдельный ролик и выставим оценку, кому это интересно. Есть у нас еще экземпляры, которые оставались с прошлого привоза, которые по низкой цене, ниже, чем те, которые приехали сейчас. Но, тем не менее, вот они молодые приросты дают, чувствуют себя комфортно, некоторые с завязями. Это лимон керза или черза. Черза 3000, лимон капучо в 20-м горшке. 3000, каламандин, лимон варикатный, желтой варикатности, лимон лунарио. Далее, они все по 3000, эти
лимоны. Дальше хиндиши, кумкват 2600, диамант и цитрон 2600, мандарин 3000. Дает молодые побеги. Это из старых поставок, они в хорошем, более-менее относительно хорошем состоянии дают молодые побеги. Кто-то уже с завязью, чувствует себя комфортно. Но цена на них занижена. Спасибо большое, дорогие друзья, за то, что вы с нами. Мы всегда очень рады помочь, чем можем, подсказать. И плюс ко всему, конечно же, мы планируем огромное количество завозов из разных питомников. Все растения классные, прекрасные. Всем всего хорошего, всех благ вам. До новых встреч!